архитектура тоже летопись мира, она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания. Николай Васильевич Гоголь. В 1693-1699 годах зодчим из крепостных Яковом Григорьевичем Бухвостовым был построен Успенский собор Рязанского Кремля. Удивительно многострадальна судьба Красного собора. Недостроенный он рухнул, вновь построен он недостроенным был освящен митрополитом Стефаном в 1702 году и оставался недостроенным вплоть до 1840-х годов. В архитектуре здания Успенского собора Рязанского Кремля, увенчанного пятиглавием, сочетается традиционная для древнерусских городских кубических храмов композиция с характерным для конца 17 века стремлением к строгой симметрии наружного объема, с четко выраженной этажностью и завершением фасадов прямым карнизом вместо свода. Казанский собор возводился по проекту архитектора Андрея Никифоровича Воронихина. 1801 по 1811 год. Он строился на том месте Невского проспекта, где находилась скромная церковь Рождества Богородицы. В этой церкви хранилась одна из главных петербургских святынь – чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Строился собор по повелению императора Павла I именно для этой иконы, как кафедральный собор Санкт-Петербурга. По желанию Павла I, внешними очертаниями собор напоминает храм Святого Петра в Риме. Вход в Казанский собор украшает красивейшая колоннада, оформленная в виде полукруга. Автор проекта придерживался стиля архитектуры ампир. Все здания, построенные в этом стиле, имеют четкие прямолинейные формы и симметричные композиции. Название собора связано с древним селом Елохово. Согласно московским преданиям, именно в этом селе родился знаменитый московский чудотворец юродивый Василий Блаженный. Здание собора крестово-купольного типа выполнено в стиле ампир. Кубический четверик завершается величественным пятиглавием. Центральный купол ротонда с фонариком и небольшие боковые главы с цилиндрическими барабанами. Исследования показали, что все виды симметрии используются при проектировании и конструировании архитектурных сооружений и оформлении фасадов зданий. Симметрия присутствует в нашей жизни буквально везде, но мы настолько к ней привыкли, что даже не замечаем этого. Но как бы мы к ней ни относились, она есть.